ситуация с пятницы у нас по муниципальному образованию Котлас не изменилась. По информации Роспотребнадзора, на настоящее время у нас два гражданина с подтвержденным случаем и одно лицо по одному гражданину. У него сейчас находится на проверке в Москве. 222 человека на настоящее время находятся на контроле. Мы в выходные провели совместное совещание с органами полиции Котласской центральной городской больницы и Роспотребнадзора для того, чтобы скоординировать действия, ну, в первую очередь по передаче информации, и второе, четко организовать контрольные мероприятия за теми лицами, которые должны находиться на самоизоляции. Что касается статистики по области, в целом цифры на 6 апреля таковы. 14 – число официально подтвержденных случаев заболевания. Это на 6 больше, чем по данным на 5 апреля. Трое пациентов выписаны, 1862 находятся под наблюдением. 1493 человека обследованы и здоровы. Новые случаи зафиксированы в Приморском районе и в Архангельске. Так, трое из вновь заболевших – это члены семьи супругов, которые заразились инфекцией в США и уже прошли курс лечения и выписаны.